Смотрите, кошке интересно, что это такое за сарайкой. У нас же никогда таких не было. Они у меня всю жизнь привыкли к птице. Ты не мамка. Вот они у мамки, да? Ну что ты? Привет, сегодня. Ой, это девочка. Это девочка пришла. С мамкой. Это моя девочка с мамкой. Такие красивенькие. Что-то вы знаете, глядя на них, я уже тоже хочу кос. Она гладится, любит. Да? А вот она маленькая. Мамина принцесса, вот она. Если я туда зайду, сейчас попытаюсь зайти. Ну, пацан какой-то трусливый. Они у меня гнездо даже у куриц все сломали. Да, моя девочка, иди сюда, поглажу тебя. Меня только не бей, ладно? А то я боюсь. Я у тебя я хорошая. Сама себя не похвалит, никто не похвалит. Да, моя девочка? Надо же, какая она ручная. Ну, что ты там, козлик? А там козлик. Какой-то трусливый. А вот там мама, вон она девочка, вот она девочка. Где мои хлёсы? Она даже, даже на ушах ему какое-то есть. Чтобы, наверное, потом хозяин нашел. Скоро заберу, я уже с хозяином связалась тоже.